Алло. Опять? Ну, ё. Нет, вообще с ним не разговаривай, понял? Вообще с ним не разговаривай. Да, я сейчас буду. Давай. Миша? Миша, поговори со мной по-русски. Волга впадает в Каспийское море. Это так сексуально. Мы еще увидимся? Конечно. На выход. Миша. Олег. В кругу коллег. Поторопиться не мог, я уже полчаса не знаю, чем себя занять. Все идет по плану. Гудбой. Моя работа. На английской ментовке так легко выйти. Мне кажется, я уже без тебя это могу сделать. До свидания. Олег. О, велик! Олег, у-ху! Олег. Олег. О, моя машина. Это Олег. Олег часто нарушает многочисленные законы Соединенного Королевства, но ему удается избежать правосудия и оставаться в Англии. На то есть три причины. Первая причина. Олег нафарширован бабками, как голубец в духовке. Вторая причина. У Олега нет фамилии. Точнее, если я ее назову, то нас просто закроют. Зато у Олега есть папа, чья любовь к сыну прямо пропорциональна расстоянию между ними. И, наконец, третья и главная причина, по которой этот пьяный олух все еще здесь, это я. Вы, наверное, думаете, что я очень хороший друг, если вылезаю ради него из постели первокурсниц. Ничего подобного. Дружба – это плавленый сырок. Сейчас я расскажу, как это реально работает. Помните его? Это Саймон. Саймон болеет за Челси. А это сезонный абонемент на домашние матчи Челси, который ему подарил ваш покорный слуга. А это начальник Саймона, констебль Филдинг. Филдинг ни за кого не болеет, но у него давняя и плохо скрываемая страсть к экзотическим деликатесам. Поэтому на все праздники, которые удивительным образом совпадают с арестами моего клиента, констебль получает вкусный подарок. А я получаю Олега. Моя работа, скажем так, спасение утопающих. За деньги самих утопающих. Так что, когда Олег думает, что сможет уйти от копов сам, я даю ему помечтать. Он вообще любит этим заниматься. Завтра очередной Олег снова набедокурит, и мой счет снова пополнится. А первокурсницы, они все равно каждый год свежие. Тариф прежний, завтра свяжемся. Майкл, погоди, я же только что с зоны открылся, надо отметить. Не могу, мне через 2 часа встречать в аэропорту маленького мальчика, извини. 2 часа мы успеем, поехали в клуб. Не могу, извини. Хочешь, чтобы я сел за руль в моем состоянии? Хорошо, сяду, не вопрос. Какого хрена ты попёрся среди ночи в опечатанный полицией офис, а? Компьютер, там документы на... Какие документы? На жестком диске реквизиты. То есть ты хочешь сказать, что ты хранишь в опечатанном полицией офисе в компьютере реквизиты своих офшоров?
предполагаемых офшоров. Ты это хочешь сказать, а? Ну, конечно, я же тебе 100 раз говорил. Сиди дома, не высовывайся. Ты же у нас белый и пушистый, а? Астматик. Ну, ничего, ничего, ничего. Боря Брикман все решит, все сделает. Естественно, это отразится на прайсе. И еще шампанского, сэр. Совхоз, это ж разбилось. Вот, пожалуйста. 3200. Спасибо, а 200 зачем? Купи себе нормальную одежду. Мих, меня это волнует. Ты зарабатываешь как банкир. Чего ты одеваешься как нищеброд? Аскеза, друг мой. Только потеряв все, ты можешь обрести свободу. Далай-лама. Твоя Далай-лама не права. Это Борис Брикман, мой адвокат. Точнее, отношения у нас с ним запутанные. Я настолько же как его клиент, насколько и он мой. Где бессилен я, включается он, и наоборот. Да, Боренька? Мишенька, я тебя не разбудил? Как раз смотрю, спокойной ночи, малыши. Дядя Валя показывает, помню. Брикман уехал в Лондон в 1982 году, когда Брежнев еще не умер, а я еще не родился. Я что, тут один олигофренд сам себе плохо сделал, поможешь? До завтра это никак не может подождать, а то у меня тут клиент на клиенте. Нет, дело срочное. Нужно съездить к этому парню в офис. У него там компьютер проблемный. Мертвые девочки или живые мальчики? Финансовая фигня, не парься. Окей, сколько? Обычная цена 1000. Брикни, у меня что-то клонит в сон. Хорошо, кровосос, удваиваю. Высылай данные. Извини, дорогая, я гей. Не страшно, мой жених тоже. Олеж, мне пора. Вечеринка окончена. Раздельный счет, пожалуйста. Сэр, помилуйте, вас 20 человек. Миша, он не может посчитать. Тоже мне проблема. 45, 36, 18, 25, 375. Не дал, Оксфорд не пропьешь. Я работаю над этим. Постарайся за это время не настать на Черчилля. Миш, не факт. Расслабьтесь. Релакс. За все платит папа. Астматик. Аллергия на орехи. Потрясающе. Кто прилетает из Москвы в Лондон утренним рейсом в будний день? Бизнес-класс. Приехал решать судьбу какой-нибудь трубы, ну и прикупить на Мэйфэре трешечку. На случай, если в Москве захотят влепить двушечку. Тагил. В барсетке 200 фунтов. Все они останутся в худших сувенирных магазинах этого города. А Лондон им запомнится тем, что в Турции было лучше. Московский хипстер. Еще чуть-чуть и сошел бы за аборигена, но слишком старается. О, ну с этой все понятно. Не приняла в жизни ни одного самостоятельного решения. Мне в клиенты не годится то, что в Лондоне чувствует себя как дома. Жениха презирает, подруг ненавидит, любит папу. И в любой непонятной ситуации пудрится. О, а вот и мой вундеркинд. Папа, я буду учиться в этом колледже. Хочешь ты этого или нет? Иногда я ошибаюсь в людях. Да делай ты, что хочешь. Ненавижу. Но чаще всего нет. Привет. Я Миша. Хочешь есть? Федор, очень приятно. Федор, есть хочешь? Спасибо, я не голоден. Я хотел бы сразу поехать в гостиницу и немного порепетировать. Как прикажете, ваше высокоблагородие. Тогда нам туда. Прошу. Привыкай, Федор.
Это запах свободы и пакистанской еды. Что с тобой? Что с тобой? Что? Простите, ради бога, что? Лекарство закончилось. Вот. Тиаказол, да? Да? Тиаказол. Все, стой здесь, здесь, стой, никуда не уходи. Вот. Мне нужно вот это. Ти-козол? Да-да, быстрее, пожалуйста. Ти-козол. Господи, да, ты козел. Ти-козол? Ти-козол. Вот я козел. Эй, убери отсюда свою развалюху, чувак. Ну? Такси. Такси, такси. Эй, за сколько довезете до Шордича? Сори, браток, ну вы. Такси. Такси. Простите, вы не видели мальчика светленького со скрипкой? Да. Все в порядке, Федя с вами? Да, все в порядке, абсолютно в порядке, не волнуйтесь. Федя, мы сейчас в такси, он устал после долгого перелета. Смотрите, вы с ним на чеку будьте. Федя у нас мальчик сложный. Про аллергию помните? Помню. Никаких этих Гарри Поттеров. Репетиция, обед и на концерт. Вы не волнуйтесь, агентство Лондонград, оно своих клиентов не подводит. Угу. Оно их теряет. Как у меня галстук? Нормально, Виктор Сергеевич. Я здесь. Добрый день. Добрый. Пожалуйста, меню. Не надо. Ну что? Точно не станете скучать по частному сектору? У вас такой стиль. Да ничего. Работа того стоит. Должен вас предупредить, Виктор Сергеевич. Есть еще один кандидат. Вы, конечно же, лидируете, но, сами знаете, Михаил Юрьевич любит, чтобы под рукой был план «Б». Ну, разумеется. Несомненно, вы план «А». Сейчас пойдут проверки. Умоляю, не волнуйтесь. Главное, чтобы все было чисто по основным показателям. Отсутствие зарубежных активов, долей в публичных компаниях, ну и, разумеется, родственники за границей. А то сами знаете, как нас любят эти подкалывать. Сам патриота, дочка Швейцарии. Эти вопросы уже решаются. Ну и славно. И, кстати, вы стейк здесь пробовали? Ест бы. Как вы понимаете, без финансовой поддержки вашего отца, ваше пребывание в Вестминстер подходит к концу, не успев начаться. Но вы меня уже зачислили. Все, о чем я прошу, это отсрочка оплаты на семестр. Дайте мне 3 месяца, по прошествии которых я принесу вам 35 тысяч фунтов. Да, 35 тысяч фунтов. До тех пор, пока ваше обучение не оплачено полностью, вы не являетесь нашей студенткой. Следовательно, мы не можем обеспечить вам студенческую визу. Это значит, что вам придется покинуть Соединенное Королевство. Если позволите, я дам вам совет. Наладьте отношения с вашим отцом, и все проблемы тотчас же решатся. Сэр, к Рождеству у вас будут 35 тысяч фунтов. Мои, а не моего отца. Доброго дня.
Успокоилась? Может, дома поговорим? Я сама поступила, это мое решение. Твое решение за мой счет, в очередной раз. Хотела быть психологом, пожалуйста. Хочешь быть архитектором, да ради бога. Работай в Мострое, я тебе возможности не лишаю. Ты меня жизни лишаешь. Лисенок. Слушай, я не хочу втыкать квадратные метры для олигархов в Садовое кольцо. Я хочу устроить жилье только для тех людей, кому оно действительно нужно. Понятно. Лондон тогда зачем? А здесь мою фамилию не знают. Твоя фамилия, между прочим, перед тобой до сих пор все двери открывала. Ну что ж думаешь, это ты психфак с отличием закончил? Фамилия тут ни при чем. И с Лондоном твоим будет так же. Посмотрим. Ты че, брат? О, русский. Нет, техасский рейнджер. Потерял что-нибудь кого? Да, пацана, 12 лет, со скрипкой. А, белобрысенький такой. Вы что, видели его? Видел. Ну? В кэп залез и уехал. Номера я, конечно, запомнил. Что? Ну, это вряд ли поможет. Сколько тут кабы? 7625. Плюс-минус 10 в ремонте. Погоди секунду. Ты, кстати, тут не бомби. Тут оштрафуют и нищие одни. Вон там у них габаритные карусели самые жирные. Зато тут советчики идут как на подбор. Брикман, I need help. А что случилось? В офисе пошло что-то не так? Нет, я в офисе еще не был. А, помнишь, мы какого-то таксиста из таксопарка отмазывали отдел каких-то? Эксгибициониста? Да, именно. Мне нужно пробить местоположение кэба по его номеру. Клиент потерялся. А по нашему? Просто ты когда заедешь? Я клиента найду и заеду в офис. Все, высылаю тебе номер. Угу. Номер. W 653 Y и русская С. А тебе, кстати, пацан нужен или скрипка? В идеале и то, и другое. Потому что есть скрипка, то вон. Стрит. Везешь? Без проблем. Садись. Послушай, мне же такси надо, а не машина времени в 1985 год. Я не понял, тебе шашечки или ехать? Алексей! Леш, тут Алиса опять сбрыкнула. Что на этот раз, Виктор Сергеевич? Да я думал, она в Лондон, как обычно, по магазинам. Она, оказывается, тайком в какой-то вуз мутный поступила. Оплатила с карточки. Заблокировать? Уже. Возвращаться все равно отказывается, ты же ее знаешь. Короче, кто у нас сейчас в Лондоне? Но задача, сам понимаешь, деликатная. Рустам? Нет. Я же сказал, без грубости. Ну, есть один паренек неплохой, решает проблемы. Моего племянника в Кембридж устраивал. Больку? Он же дебил. Я же говорю, решает проблемы. Ты сам вообще откуда? С Рязани. Жигуль тоже с Рязани пригнал. Здесь собрал. Из двух Бентли. А. Че он скрипку оставил? Да понятно чего. Ребенку в этом возрасте мяч гонять надо, а не Моцарта. Ну и то верно, и то верно. Да. Михаил, нужна ваша помощь. Смотрите, сейчас в Лондоне стоит наш самолет, он будет на полосе в сети до 8 часов вечера. Что, вам его помыть и дозаправить? Очень смешно, Михаил. Задача доставить к трапу одного человека. И сделать это нужно мягко, вежливо, интеллигентно и без эксцессов. Как вы умеете. До завтра, это никак не подождет. Полетом расписания борт поднимется в воздух 20:00 по местному времени. То есть у вас есть 10 часов. Ну что с вами со всеми сегодня?
Извините, ничем не смогу вам помочь. Тогда вот вам еще цифра. Если все пройдет хорошо, прямо утра пополучаете 20 тысяч фунтов. Высылайте данные. Что-то знакомое. Так сегодняшний московский рейс. Да-да-да-да-да, блондиночка. Симпатичная. Роскошно. Просто роскошно. С вас 100 фунтов, пожалуйста. Спасибо, разумеется. Слушай, я вот тут везу, молчу, но... Ты кто вообще по жизни-то? Беглых детей ловишь? Ну почему? Взрослых тоже. Решаю проблемы. Можно даже сказать, осуществляю миротворческую миссию. Помогаю россиянам и Лондону сосуществовать в мире и согласии. Ты, кстати, не хочешь поучаствовать? Предлагай. Вот ее нужно отвезти в аэропорт и посадить на чартер. А в чем проблема-то? У нее что, багажа много? Я думаю, она лететь не хочет. Так бы сразу и сказал. Ее как, живой или контейнером? Шучу. 7 штук. Прости, как тебя? Степан. Значит, послушай меня, Степан. А, нет, я, ну, в смысле, рублей. Все на рубли пересчитываю. Нет, снова отказ. Ваш терминал сломан. Не думала, что в Лондоне столкнусь с этим. Сам не понимаю, он работал полчаса назад. Ладно, дойду до нормального банкомата. Как вам угодно. Банкомат справа за углом. Спасибо. Постойте, зачем вам таскать такую тяжесть? Оставьте его здесь. Точно, как-то не подумала. Спасибо. Вот он, тормози. Простите, сэр, вы мальчика только что не подвозили? Ни пенни не заплатил, гаденыш. Взял и убежал к вокзалу Кингс-Кросс. А ты кто ему, брат? Короче, с тебя 60 фунтов. Ага, секундочку. Сейчас я объясню, почему мне хана. Это вокзал Кингс-Кросс. Каждый день через вокзал Кингс-Кросс проходит 76 367 человек, плюс-минус 10. У этих людей есть выбор из 12 платформ, с которых поезда отправляются в 8 направлениях. Лидс, Ньюкасл, Эдинбург, Херфордшир и еще несколько широв. И в любом из этих поездов сейчас может ехать наш вундеркинд. И под каждый из них могу смело ложиться я, потому что мне конец. Отсюда, он поехал в свой Хогвартс, говорю тебе, это тут. Фу ты, надо было в отель идти сразу. Алюй, ну не ну, я только сфоткаюсь на платформе и куплю волшебную палочку. А еще на этом вокзале есть платформа, с которой когда-то отправился в Хогвартс сам Гарри Поттер. Теперь это место паломничества детей, фанатов и прочих фриков. Федор Воропаев. Федор Воропаев. Вот паспорт. Sorry, we're late. Простите за опоздание. Just a moment. Разумеется, одну секунду. Here you are. Room 105. Прошу, номер 105. Это на первом этаже. Ну что, давай репетируй. Мама велела. Давай, давай, еще скажи спасибо, что голову об стену не разбил. Я бы прошел насквозь и уехал в Хогвартс. Потом меня прошли насквозь за то, что ты на сцену с разбитой головой выходишь. Никто не верит, а я верю. Конечно, ты же один такой. Да я сам, знаешь, как мечтал уехать в свой Хогвартс и учиться магии цифр. Ты? Да, я даже уехал и был там одним из лучших, ну, как мне говорили. Потом оказалось, что главное волшебство – это ежегодный рост оплаты чародейских услуг. Сначала 20, потом 25, сейчас вообще, наверное, уже 30.
А все знания, что про теорему Ферма, что про волшебство, можно в интернете скачать. Так что не нужен никакой Хогвартс. Все, заеду с тобой перед концертом. А ты точно в Хогвартсе учился? Все эти Хогвартсы на одно лицо. Я есть хочу. У меня аллергия на орехи. Я козул прими. Все по-честному, без дураков. Угадываете, под какой банкой шарик? Десятка ваша. Не угадываете, вы ничего не теряете. Первая попытка бесплатная. Всем все ясно? Беспроигрышная игра. Следите за шариком. Ну, кто видел, где шарик? Я видел, вот тут. Уверен? Тогда поднимай. Молодец, поздравляю. Вот твоя десятка. Но у меня есть еще десятка. Я играю. Отлично. Удачи, мисс. Итак, смотри, где шарик. Здесь. Уверена? Поднимай. Я тебя поздравляю. Вот твоя десятка. Погоди, пока так квартит, может, сыграешь в суперигру? Выигрыш увеличивается в 20 раз. Твоя десятка превращается в 200 фунтов. Давай. Точно? Я надеюсь, ты понимаешь, что я играю только по-честному. У тебя есть 200 фунтов? Зуб даю. Играем. Хорошо, она играет. Внимательно следи за шариком. На кону 200. Удачи, красавица. Здесь. Уверена? Да. Поднимай. Нет, это ты поднимай. Потому что если под твоими двумя шарика нет, выходит, он под моей, верно? Это не по правилам. Поднимай. Послушай, это игра. У игры есть свои правила. Поднимай. Это нечестно. Что значит нечестно? Я всегда играю по-честному. Тогда поднимай. Ладно, ладно, ладно. Поздравляю. Ты выиграла. Все, игра окончена. А где мои 200 фунтов? Ты правда думаешь, что я отдам тебе деньги? Ты жульничала? Может, поспорим на тему того, кто жульничал? Деньги давай. Слушай, у меня нет денег. Честно. Игра теперь не та, все поумнели. К тому же я должен делиться с этим идиотом. А мне нужна еда. Ну, если все настолько фигово, могу у тебя что-нибудь купить. Например? Какой у тебя телефон? Верту. Дам тебе 30 фунтов. Он стоил 20 тысяч. Понятно теперь, почему у тебя нет денег на еду. Хорошо, 300. 200. Ладно. Будь здесь. Через полчаса принесу. Приятно иметь с тобой дело, коллега. Так, нам сейчас в Вестминстерский колледж, это рядом с зоопарком. Там у этой барышни сегодня первый звонок. Забираем ее и сразу в аэропорт. Занятой ты человек, Михаил. Притормози сейчас. Притормози, тормози. Лежи. Все, поехали. Вот со вкусом у тебя, конечно, проблемы. Давай, поехали.
Простите. Можно ваш пропуск? Пожалуйста. Это не вы. Нет, нет, это я. Нет, это не вы. Я просто прическу сменила. Вы не войдете. Извините, не хотел. Простите. Ладно, проходи здесь. Спасибо большое. Извините. Пойду проверю пожарный выход. Извините, здесь нельзя это оставлять. О, прошу прощения. Конечно, извините. Спасибо, спасибо. Наверное, нужна моя соседка? Сюда никто пока не вселялся. А вы ее бойфренд? Пока нет. Деканат, деканат. Ага. Извините, мне нужно пройти. Извините. Мисс, можно мне увидеть ваш пропуск? Мисс, покажите ваш пропуск, пожалуйста. Да пропустите же меня. Убирайтесь. И ты тоже. И не возвращайтесь. Мусор свой с собой заберите. Ну что ж, приятно было познакомиться. Ага, та же фигня. Уильям? Кейт? Увидимся, Кейт. Да, что-то не складывается. Поехали в офис. А девчонку нашу что, зачем отпустил? Какую девчонку? А, вон ту длинноволосую блондинку, да? Баба та же самая. Ты не на волосы смотри, а на обрис лица. С Рязани говоришь?
пока. Ого, да ты русский. Вау, ты тоже? Ладно, давай познакомимся по-нормальному. Давай, Алиса. Миша, судя по тому, как ожесточенно ты рылась в мусорке, позволю себе заключить, что с деньгами у тебя все окей? Судя по твоей одежде, у тебя еще лучше. Спасибо. Я просто думал, может, чем-нибудь помочь? Дом, работа, виза. Да, и диплом от Вестминстерского колледжа. О, бумажка, на которой написано, что ты умная. Я понимаю. Вообще-то, это самая лучшая архитектурная школа в мире. Я верю тебе на слово. Если честно, то виза. Тебе страшно повезло, что ты оказался именно я. Стой, стой, я с тобой спать не буду. Я постараюсь это пережить. Серьезно, я как раз такими вещами и занимаюсь. Вот у меня есть визитка. Кусочек бумаги, на котором я написано, что ты крутой. Ну, вообще-то, да. Так мы поедем к моему нотариусу или нет? Что-то вроде этого я себе представляла. Твой нотариус? Типа того. Мишенька! Ты играешь на моих нервах, как Страдивари. Только не надо о скрипках. Я же ничего сложного у тебя не просил. Просто зайти в офис, забрать компьютер. Если ты не можешь этого сделать, признайся. Что агентство «Лондонград» закрыто. По причине того, что ты, Миша... Гребаный имбецил. Боря, не нервируйте себя. Я через 5 минут буду на месте. Очень надеюсь. Слушай, мне надо заехать в офис к другу. А что это твой друг на тебя так по телефону разорался? Боится тебя, что ли? Брикман? Брикман никого не боится. Он в 81-м году сам себе нарисовал загранпаспорт и сюда же по нему приехал. Тебе есть чему у него поучиться. Тебя просить об одном одолжении. Видишь, там охранник скучает. Ты можешь с ним пообщаться? В смысле? Ну, я не знаю. Расскажи ему про несущие стены этого здания. Пока ты что, грабишь офис? Да. Я всю жизнь мечтал украсть степлер. Слушай, я в таких делах не участвую. Да? Я просто думал, что мы с тобой познакомились, когда тебя из такого же здания выкидывал такой же охранник. А я вообще там телефон забыла. А я компьютер. Ладно, не хочешь, помогать не надо. Ты, кстати, поройся по мусорку. Может, какую-нибудь из них британскую визу найдешь. Грубовато. Сработало.
Алиса, спасибо. Это что, бонус к степперу? За вредность бери, там целая упаковка была. Ну что, на почту? Отправим посылочку? А то почтовый голод тю-тю. Поехали. Слушайте, извини, я все твои орешки съела, ничего? Ничего. Фак. Да ладно, я тебе новый куплю. Степан, тебе не кажется, что мы забыли про нашего ребенка? У вас есть ребенок? Ага, 12 лет. На скрипке играет. Федь, скрипочку захвати. Добрый вечер. Здрасте. Погоди, ты же на моем рейсе был. Я есть хочу. На, только маме не говори. Бор ждет еще полтора часа. Нормально, успеваем. Я не репетировал. А вот это уже, к счастью, абсолютно не мои проблемы. Я не буду выступать. Клиент на место доставлен. Условия договора выполнены. Майкл, гоу, бай-бай. Алиса, поехали. Миш, погоди. Ты, наверное, нервничаешь. Знаешь, на новом месте все нервничают. Знаешь, как я нервничаю? Нервничаю? Да я играл в 100 раз лучше, чем все тут. Я просто не хочу. Если выиграю этот дурацкий конкурс, то все, жизни конец. Ну так что, ты сыграй тяп-ляп? Я серьезно, выйдешь, сбацаешь им какой-нибудь собачий вальс, все, садись на метлу, лети в свой Хогвартс. Надо просто самому узнать, что ты лучший. Да, только недолго ты так лучшим проводишь. Вот не сыграешь, вырастешь, как Миша. И будешь потом 24 часа в сутки носиться с высунутым языком, чтобы, не дай бог, не остановиться на минутку и не подумать, кем же ты стал на самом деле. Клево. Я хочу быть как Миша. Поверь, не хочешь. Да. Еще час, не будет ни самолета, ни денег. А свои 7 я с тебя все равно стрясу. Я понимаю. Послушай, Федор, есть же и другие методы воздействия. Не выйдешь на сцену, я позвоню твоей маме и расскажу про наши привокзальные приключения. Хорошо. А я расскажу, что ты меня в аэропорту потерял. Потому что туда пьяный пришел. Вот ты гаденыш маленький, а? Кто обзывается, тот сам так и называется. Магл. Сам такой. Ты такой. Сам такой. Ты такой. Ты такой. Сам такой. Так, хватит, Миша, иди в коридор. Подожди там, пожалуйста. Ты такой. Ты такой. Ты такой. Ты такой. Ты такой. Сам такой. Ты такой. Ты такой. Ты! Сыц! Все будет хорошо. Угу. Все взрослые так говорят. Ты, наверное, думаешь, что вокруг полным-полно взрослых, да? Это не так. По-настоящему взрослым человек становится только тогда, когда начинает принимать собственные решения. Кто-то, например, всю жизнь плывет по течению, так и не решил сделать шаг. И он навсегда останется ребенком. Да я и сама этот шаг делаю только сейчас. Знаешь, я в Москве ездила на дорогом Бентли по элитным клубам. А сейчас я в Лондоне, катаюсь на раздолбанной ладе с кучей каких-то аферистов. Тебе повезло. К тебе возможность сделать этот первый шаг пришла гораздо раньше. Ты можешь не выходить на эту сцену. Можешь выйти и схалтурить. Но никто от этого не пострадает больше, чем ты сам. Все равно не буду. Ладно. Давай так. Ты выходишь и играешь, а я показываю тебе сиськи. Ты думаешь, я сисек не видел? Да я их сотни видел. Я видел их столько, сколько ты сама не видела. Да я уже устала от этих сисек. Thank you.
Михаил, как ваши дела? Нашли нашего человека? Да, Алексей. Нашел. Едем. Нотариус. Угу. Секундочку. Это что такое? А это ты? Вламываешься в чужой офис на френч меню 25. Я перезвоню. От папы звонили? Ага. Сколько предлагают? 20 штук. С самого начала знал, да? Ну что, блондинку от брюнетки не отличу. А что тебе в Москве не сидится? Как тебе объяснить? Москва — это папа. Ясно. Ну что, кстати, хорошо придумала с видеозаписью. Да, спасибо, я знаю. Иди ко мне, партнер. Чего? С работы не справляешь, пойдешь со мной работать? Ты что, издеваешься, что ли? Да я есть альтернатива, прямой рейс до Москвы. Слушай, либо ты отваливаешь, либо садишься за взлом с проникновением. А ты возвращаешься домой, к папе. Вот. Визу сделаешь? День. Окей. Окей. Да, Алексей. Нашел. Но упустил. Да, улетел и в Таиланд, не успел перехватить. Извините. На, с адресом. Подожди, не стирай, есть идея. Алло. Борень, как твои дела? У меня все хорошо, кушаю. Как у тебя? Все получилось? У меня-то как раз все получилось. У тебя, походу, не очень. Ну что, думал, так легко меня подставишь. Миша, подставить я тебя? Послал забирать компьютер в офис, в котором вот-вот начнется обыск. Вот ты меня так поторапливал. Нехорошо, Боря, нехорошо. Мишенька, ну какие проблемы? Ну посидел бы ты 2 дня из-за какого-то ноутбука. Ну вытащил бы я тебя. Ну, не впервой. В конце концов, ни ты под следствием, и Жмурен тебя не повесил. Зато я сейчас на твоего клиента повешу 7 кайманских офшоров. Так, ты взломал его компьютер. Любопытство – двигатель прогресса. Стив Джобс. Как я могу компенсировать вам, Михаил, эти легкие неприятные ощущения? Какова судьба у твоего финансиста? Он еще долго в Лондоне будет? Ну, думаю, он уже на Каймановых островах. А офис этот прекрасный за ним останется? Ну, вообще-то, на время следствия его имущество контролирую я, а что? А то, что мне как раз в связи с расширением бизнеса требуется новый офис. Это подойдет. Миша, ты совсем обнаглел? С ума сошел? Зачем тебе целый офис в сети? Зачем мне новый офис? Зачем Скотланд-Ярд ноутбук твоего клиента? Кто знает, Боря, кто знает. Хорошо. Заезжай за ключами. Окей? Бон аппетит. Спасибо. Ну что, в аэропорт? Нет. Контейнером? Нет. Степан, это Алиса, наш новый сотрудник. Маш? Алиса, это Степан, наш новый водитель. Очень приятно. А теперь, пожалуйста, поехали поедим. Поехали, тариф знаете. Куда едем? Я знаю одно место, но его в Тихоблоску туда точно не пустят. Хорошо, я завтра зайду в секонд-хенд. А полиэтиленовые пакеты тоже стираешь?
Итак, друзья, мы сейчас являемся свидетелями слияния двух культур. Он, Эдриан Эшфорд, наследник одной из самых благородных семей и одного из самых крупных состояний Сассекса. Она, Мария Казихина, модель из Череповца, приехавшая покорять Лондон. Мы находимся в их загородном доме. И это просто сказка, воплощенная в реальности. Здесь все пропитано роскошью и любовью. Любовью, о которой миллионы девчонок могут только мечтать. В принципе, все. Все в порядке, дорогая. Лучше не бывает. Спасибо вам большое. Может быть, чаю? Есть только водички. Конечно, я попрошу, чтобы принесли. Так, все, сворачиваемся. Превьюшки мне на почту. Так, а я пока фаны поснимаю. Эй, дарлинг. Эй, детка. What do you say we make a far more? Как насчет нам с тобой снять кино поинтереснее? Ты что, подстригся, что ли? Перезагрузка. Новый офис, новая стрижка. А что, тебе не нравится? Это всего лишь стрижка. Сказал моему папе, что я в Таиланде. Вот я и в Таиланде. Да ты полна сюрпризов. А, ты об этом? Да, меня папа за нее чуть не убил. Да нет, я не об этом. Я о методах твоей конспирации. Вот ты сейчас где? Пхукет, Паттайя, Ко Паньян. Виктор Сергеевич, все по плану. У нас поддержка Бирюкова и Семенова, Мурата всегда на нашей стороне. Это вы знаете. А вот Михаилу Юрьевичу лучше не ходить, пока не решим нашу внутреннюю проблему. Сколько у нас реально времени? Месяц, может, два. Где она сейчас? По последним данным, в Таиланде. Просто найди ее. Слушай, давай серьезно. Нам надо налаживать дело производства. Ну там, бухгалтерия, структурировать список контактов. И офис, в конце концов, нужно обустроить. У меня свои методы. Ага, понятно. Мне просто в какой-то момент показалось, что мы теперь типа команда. Так и есть. Мы с тобой типа команда. Боренька, спать у нас с тобой все равно не станет. Куда бы ты свой дырокол не переставлял? Ой, Жанночка, не пугай меня так. А если станет? Ты же умрешь прямо на ней. Жанночка, не волнуйся. После 20 лет с тобой мне уже ничего не страшно. Госпожа Казихина Эшфорд. Ну все. Это последнее. Что еще будем делать? Искать 5000 фунтов. Чего? Я сейчас расскажу, пойди пока попей чайку. Да, ведь я совсем забыл предупредить. У нас ведь сегодня акция. Снимаешь штаны, получаешь коктейль. Добро пожаловать в Лондонград. А, нет, спасибо, я лучше чайку. Как знаешь. Брикман, не спишь? Я тут к тебе загляну, ладно? А это по поводу моей визы? Угу. А? Виза? Конечно. Ага. Поехали.
Это началось около 3 месяцев назад. Приходил ночью. Пару раз вообще под утро. Стал прыскаться каким-то мерзким одеколоном, чтобы сбить ее запах. Поставил пароль на телефоне. Я пыталась с ним говорить. Ну, это же Британия. Круг допустимых тем – погода, охота и погода на охоте. Можно мне высказаться? Я считаю, что мужчина, который способен гулять налево от такой женщины, как вы, это психопатический случай. Сумасшедший. Боренька. Ой, Жанночка. Все, как ты просил. Жанночка, я ничего не просил. Я бы вам, конечно, предложила что-нибудь, но совершенно не знаю, на какой вы сейчас диете. Понимаете, я сама бывшая модель и знаю, как тяжело в этом нашем мире. Жанна. Все, все, все. Здравствуйте. Спасибо, мне ничего не надо. Да, 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 да. Давайте сразу к делу. Давайте. Я тогда тут подожду. Миша, а можно Степан пока за моим чемоданом сгоняет? А то его парикмахер держит в заложниках, пока я за стрижку не заплачу. Тут недалеко. Пожалуйста. А денег одолжишь? Сколько? 100 фунтов. Сколько? За это? Вообще-то по местным меркам это недорого. Вот недорого по местным меркам. 0. Своими руками. Сгонять-то сгоняю, а там кто-нибудь по-русски понимает? А я вам сейчас все напишу, что нужно говорить. Ваш брачный договор, предмет моей гордости, мой рекорд. Целых 200 страниц. Ну как же, баронет Эшфорд женится на простолюдинке. Угу. В случае измены, видимости измены или любого намеренного последовательного обмана, брак расторгается практически сразу, все имущество переходит обманутому супругу. Жестко, жестко, молодцы. Но ведь и Брикман не дурак. Я ведь настоял на ресипросити. Ресипросити, Маша. Условия контракта одинаковые для обеих сторон. Они хотели с помощью вот этого выставить вас за дверь, а в результате мы с вами выставим их. Все потому, что некоторые думают не головой, а баронетом. Не забудьте пригласить меня на чай, когда станете хозяйкой поместья. Это если вас супруга отпустит. Тоже верно. Теперь о главном. Нам не хватает доказательств. В том, что вы мне рассказали, очень много косвенного. В суде нужны факты. К счастью, для этой цели у меня есть проверенные, надежные люди. Вообще-то мы специализируемся на женских стрижках. My name is Алиса. Меня зовут Алиса. I got a haircut. Я здесь стриглась. Yesterday. Вчера. You have my... У вас мой... Suitcase. Чемодан. Suitcase, yes, 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 of course. Ах, чемодан. Ну, конечно. Oh. Вот он, пожалуйста. Thank you. Спасибо. Не стоит благодарностей. Oh, no, really, that's not necessary. О, не беспокойтесь. Это совершенно лишнее. Понял. До свидания. Настоящие? Угу. Прям как твоя будущая виза.
Лондонград. Осваивайтесь. Вашими молитвами, Борис. Угу. Ну как там? Ничего не осталось от Павлюка. Кого? Павлюк, банкир, офис которого ты у меня отжал. А, там есть некоторые бумаги, я их для вас соберу. А это, наверное, та самая Алиса, которой нужна британская виза. Угу. Госпожа Загорская? Дочка того самого Загорского? Интересно, а где остановилась госпожа Загорская в Лондоне? У подруги. Боря, мне нужно 5000. Ну зачем ты не ставишь в неловкое положение? Ты же знаешь, я финансами своими не распоряжаюсь. Клиента подкинуть могу. Вот, кстати, интересная дама обратилась ко мне с деликатной просьбой. Это та, которая от тебя сейчас вышла? Да. Ну ты знаешь, я беру. Что за просьба? Классика. Семейная лодка разбилась о быт. Развод неминуем. Измена уже была. Подожди, то есть это он ей изменяет? Представь, некоторым и филе миньон приедается. Может быть, я выйду, ну, чтобы вы не стеснялись в выражениях. Ну, судя по всему, муж особо не скрывается. Работа не пыльная. Пару дней надо пощелкать затвором. Расценка обычная. Изучай. Да, кстати. Вот. Не понадобилось. Степан, с вами мы определенно сработаемся. То есть ты на этого Брикмана работаешь, а не на себя? Тебе он не понравился? Ну, это ничего. При первом знакомстве Брикман редко нравится. Зато после второй, третьей встречи все его просто ненавидят. Дело не в этом. А в чем? А в том, что ты ведешь себя как мальчик на побегушках, а не владелец агентства. Если мы команда, то решаем все вместе. Иначе Лондонград никогда не выйдет на новый уровень. Меня мой уровень устраивает. Нет, не устраивает, иначе меня бы здесь не было. Хочешь схему? Так. Партнерство с равным правом голоса. Гонорары от совместно решенных дел делим 50 на 50, расходы также. На каждый кейс назначается ведущий партнер. В случае разногласий по поводу стратегии кейса, голос ведущего партнера решающий. Потрясающая схема. Степан, останови вон там после светофора. Ну так чего? Сейчас я вернусь, позвоним Брикману и все обсудим. Как партнеры. Здесь 10, на днях будет еще 5. Я обещаю. Я предупреждал в СМС. Да-да, конечно. Понимаю. Все мы люди. Расходы и издержки. Кстати, знаете, как называется эта картина? Синяя саранча номер 9. Она называется «Боль». Но чтобы боль увидеть, ее надо почувствовать. У вас есть сутки. Что у тебя с животом? Все нормально у меня с животом. А потому что не надо жрать всякую дрянь. Ты к Брикману будешь звонить? Боря, предоплата 100% сегодня. Миш! Я ведущий партнер, это стратегическое решение. А-а-а. Ну хорошо. Да. Я буду в офисе. Хорошо. Да чтоб тебя.
Да что такое? Поехали. Ну, разумеется. Частные клубы. Это такое место, куда англичане ходят притворяться, что Англия до сих пор правит миром. Это фантазия, как и любая другая, требует бережной поддержки. Во-первых, никаких балахонов с капюшонами. Для гостей вроде меня на входе специально держат пару запасных пиджаков и галстуков. Во-вторых, никаких мобильных телефонов. В этом мире их еще не изобрели. И в-третьих, дамам вход только по приглашениям. Зато на верхнем этаже есть специальная комната, куда гости можно увезти после особо удачного обеда, оплаченного из членского взноса. Бояться нечего, друзья поймут. Многие из них ровно на таком же палеве. Правь, Британия. Can I help you, sir? Могу я вам чем-то помочь, сэр? Yes. Да, я бы хотел... забыл закрыть машину. Что за день сегодня? Owens, Gifford, Landau, Chase, Belfort, Ryerson, Crowley. Owens, Gifford, Landau, Chase, Belfort, Ryerson, Crowley. Кратковременная память. Интересная штука. Человек удерживает зрительно-пространственном буфере 7 элементов. Неважно, Эйнштейн ты или Папуас, так называемая магическая семерка одна для всех. И я не исключение. Owens, Gifford, Landau, Ryerson, Belfort, Chase, Crowley. На 3 года старше меня, тот же колледж, гребля. Вот к нему-то в гости я и пришел. Здравствуйте еще раз. Я по приглашению Эда Райерсона. Разумеется. Я должен попросить вас переодеться. Good. Come this way. Прошу за мной. Он здесь. Эд.
Эд Райерсон. Эд Райерсон. Очкарик чертов. Не узнаешь? Ну как же? Гонка на байдарках 2005, когда еще мы вас уделали. О, да, да, конечно. Чем занимаешься? Я специалист по разводам, мой друг. Ну а ты как, женат? О, нет-нет. Почему? Ну, знаешь, не встретил пока еще ту самую единственную. Ничего страшного, а там, глядишь, и мои услуги понадобятся. А здесь у нас столовая. Обеды хоть и бесплатные, но вполне съедобные. Нет-нет, здесь запрещено пользоваться телефоном. Ведущий партнер, а ты в курсе, что у нас в офисе запертый сейф? О, господи, нет, в какой больнице? Не может быть. Срочно выезжаю. Я выезжаю. Все. Просто из любопытства. Как часто к вам заходят женщины? О, постоянно, сэр. Ее Величество Королева посещала нас в 1978 году. Спасибо. Ваш телефон, мэм. Давайте прервемся. Конечно. Алло. Алло, Мария Казихина? Да. Я любовница вашего мужа. Я слушаю. Я могу помочь вам с разводом. Фото, видео, все, что нужно, чтобы оставить его ни с чем. Вы готовы все это мне отдать? Ну, не бесплатно, разумеется. Разумеется. Снимите номер 206 в отеле Торчестер, оставьте ключ до востребования у консьержа. Ровно в 8 мы будем там. Простите, Мария, но мы должны продолжать. Of course. Okay, so let's see the real now you. Come on, let's do it. Давай, Мария, раскройся. Lovely. Волшебно. Покажи мне свою красоту. Покажи мне свои слезы. Покажи мне настоящие эмоции. Банкир, у него пароль был? Да можно сказать, не было. Год рождения, 1976. Ага. Сидит и ест. Бесплатный комплексный обед. Просто сидит и ест. А может он это, с мужиком? Да хоть с кокер-спаниелем. Нам главное его... Тема. Давай. О, бог милов. Дальше я пешочком на звонке.
Ой. Степан, Степан. Степан. О, да нет, ничего. Нас, кажется, убивать едут. Yes, my sweet. Да, моя дорогая. 8 часов, отель Торчестер, номер 206, ключ на предъявителя. Ну, конечно, я буду. А может, это старые сообщения? Там же время есть. Увидели, что телефон включился и прислали. Не знаю. Здание, в принципе, охраняемое. Ага. А Миша вчера в этот офис за 3 минуты залез. Что делаем-то? Баррикадируемся? Нет. В подобных случаях применяют контрмеры. Чего? Ну, в смысле, надо найти его первым. А. Ну и того. А. Я позвоню Брикману. Да, алло. Здравствуйте, это Алиса. Алиса? Я тоже успел по тебе соскучиться. Я насчет Павлюка, вашего клиента, в офис которого мы вчера переехали. Скажите, может, он был денег кому-то должен? Ха! Вы лучше спросите, Алиса, кому он не должен был, включая меня. Хорошо, может, у него были враги? Павлюк занимался финансовыми пирамидами. Вы знаете, что такое финансовые пирамиды? Знаю. Тогда вы должны знать, что в жизни пирамиды есть 2 этапа. Когда у вас очень много друзей и когда у вас очень много врагов. Хорошо, но я имею в виду какие-то конкретные угрозы. Так ведь был один такой. Помнишь, кудрявый? Ну, конечно. Ты всегда все лучше знаешь. Варенька. Как уточка? Не пересолила? Нет. Все замечательно. Ну, это замечательно. Спасибо. Да, действительно. Был такой Моррисон, кажется. Хороший мужик. Всю жизнь работал, пахал. Даже скопил, пока не встретил Павлюка, который пообещал 50% годовых. Ну, Моррисон потерял голову, заложил имущество. Выдернул детей из частной школы. В общем, когда все накрылось... Из уважения к дамам скажу медным тазом. Пришлось даже задействовать полицию. Помнится, Моррисон пообещал... Павлюку засунуть перьевой паркер ему... Да-да, я поняла. Нам нужен его адрес.
Здравствуйте. Номер 206, пожалуйста. Прошу вас, сэр. Ну и где он, черт? А ну пошли. Куда? Дэниел Моррисон. Мы ищем Дэниела Моррисона. Да вот же он. Hello, Mr. Morrison. Мистер Моррисон. Мистер Моррисон. Мистер Моррисон. Did you recently contact Это Mr. вы пытались связаться с мистером Павлюком? Не произносите при мне это поганое имя. Мы просто хотели сообщить вам, что он уехал. Теперь мы арендуем его офис, так что держитесь подальше от нашего офиса. Он поломал мне жизнь. Вы знаете, если быть до конца откровенным, никто не получает 50% возврата с его инвестиций. Никто. Не мучь мужика, не будет он никого убивать. What? Что уставился? Ну, самому хреново. Маша Казихина. Я вас видела у Брикмана. Я с ним работаю. Михаил Куликов. Зря вино взяли, заметит. Поздно. Это для храбрости. Не каждый день приходится сидеть в засаде и ждать мужа с любовницей. Подождите, то есть вы ведете свое дело сами? Секундочку, так никто не договаривался. Не волнуйтесь, я не скажу Брикману. И ваш гонорар не изменится. Замечательно. Что я тогда здесь делаю? Степан, забери у меня у Дорчестера. Спасибо. И, кстати, жадность в мужчинах не привлекательна. Надо же, как человек может опуститься из-за денег. Потрясающе просто. Оступиться. У меня он свояк в МММ вложился. Потом 2 года участковый на раскладушке жил. Ничего. Вы женаты. Вот, ты знаешь, что такое свояк? Ой, главное, чтобы Миша в такого же Моррисона не превратился. Слишком уж он деньги любит. Да он бережливый просто. Ладно, я за ним по пути подброшу тебя в Таиланд. Чё? Шучу. В контору. Виктор Сергеевич. Чёрт! Может, с соли? Да ладно, ерунда. Что нового? Телефон не работает, симку сменила. В Суварнапхуме, к сожалению, прогресса тоже нет. Где? Это аэропорт в Таиланде.
Наши люди уже занесли в королевскую полицию, но те не дружат с пограничниками, так что на пассажирские списки нам взглянуть, скорее всего, не дадут. Будут действовать по старинке. Что значит по старинке? По особым приметам. Большое спасибо. Ну что, застукал этого баронета? А? Да. Непростой мужик. На тебя чем похож? Чем? У нас с ним ничего общего. А ты не заметил, что он за весь день не истратил ни копейки? В клубе за чей счет, говоришь, столовался? Вот. Потом что, в парке погулял? Белочка-то хоть покормил? У вас бесплатная газета? Да. А машину Надя где оставил? Во дворе. Не просто во дворе, а за один квартал до начала платной парковки. Бережливый, говорю, как ты. Ну ладно, поехали. Степан. Маша, это я. Дубровский. Блин, опять ты. Иди сюда. Что ты здесь делаешь? Бери стол. Бери стол, пожалуйста. Иди сюда. Бери стол, пожалуйста. Что ты делаешь? Тема сегодняшней лекции — число пи. Записывай. Я не буду ничего писать. Пожалуйста, доверься мне. Пиши. Диктант по математике. 2/1 умножить на... 306, please. Номер 206, пожалуйста. Here you are, sir. Thank you. Благодарю. Формулу Валлиса умножить на 5/... Пиши. Да это какой-то бред. Это не бред, это математика. О, мой личный фаворит вычисления пи – тождество Эйлера. Х в кубе плюс z, а теперь корень квадратный из x вторых. Пиши, пиши. Знак интеграла. Снизу букву g. Теперь квадратная скобка. Корень 6 в квадрате. Записала? Посмотрим. Девять седьмых умножаем на x и переходим к интегралу. Черточку тут поставь. Извлекаем из y квадратный корень. Факториал. Короче, буква n латинская с восклицательным знаком. Косинус. Или парабола. Не успел про интегральный синус рассказать. А ну, открывай. Who are you? Вы кто? А вы кто? И где Павлуша? He doesn't work here anymore. Он здесь больше не работает. Какая жалость. Мы с ним успели так подружиться. Он даже дал мне этот специальный номер, по которому только я могла звонить.
And you are... А вы... Госпожа Беттина. Короче, передай ему, что он урод. А свой телефон пусть засунет. Ну, в общем, он знает куда. Кого вы хотите провести этим абсурдом? Явное нарушение контракта, дорогая. Добро пожаловать. Как видите, в этой комнате ничего предосудительного не происходит. Единственное, в чем виновата леди Эшфорд, это ее страсть к точным наукам. А теперь я объясню все остальное. Всегда мечтал побыть мисс Марпл. Дело в том, что у баронета нет денег. Совсем. Имение, думаю, заложено, машина тоже. В то же время Маша на его глазах превратилась в вполне состоятельную даму. И брачный контракт вдруг начал защищать не мужа, а ее. И в это время у баронета созрел гениальный план. Спалить супругу и отнять у нее ее же деньги. Эшфорд начал создавать иллюзию неверности, зная, что Маша далеко не дура, рано или поздно обратится к Брикману, и тот приставит к нему хвост. Как только он этот хвост засек, он скормил мне с руки все данные. 8 часов. Отель Торчестер, номер 206. Ну, а Машу выменил сюда уже по каким-то другим предлогам. Эй, детка. Как насчет нам с тобой снять кино поинтереснее? Точно будет эксклюзив. О, слово баронета. Вот ее номер. Просто позвони. Мария Казихина? Я любовница вашего мужа. Ему оставалось только застать нас вместе. Ваш брачный контракт настолько жесткий, что даже видимости измены хватит для развода. А что может быть скандальнее для жены баронета, чем свидание с каким-то русским парнем в отеле? В безупречном плане Эшфорда только один нюанс не был учтен. Русские никогда не приходят вовремя. Чаще опаздывают, но бывает и заранее. Ну, в данном случае часовой форы оказалось достаточно для того, чтобы сложить весь этот пазл. Таким образом, со стороны баронета все происходящее – это намеренный и последовательный обман. Открой наш контракт на странице 109, дорогой. Намеренный и последовательный обман. Постой. Ты обвиняешь меня в том, что я не изменял тебя? Именно. Урод. Прекратите снимать, бога ради. О, нет-нет. Это же эксклюзив, как вы обещали. Доброе утро. Ты что тут делаешь? Я тут живу. А ты? У тебя же квартира. А у тебя же подруга. Ой, неужели ты такой крохобор, что ты реально сюда переехал? Неужели ты такая гордая, что не можешь меня просто попросить снять тебе квартиру? А предложить? А зачем ты выбросил мой велик? Спи, мой хороший. Так, ну чего, спать уже глупо. Завтрак. Ты что, только что пришел, что ли? Да. А где ты, и я знаю, как это звучит, а где ты был всю ночь? Как бы тебе это объяснить? Примерно в 10 часов вечера с помощью агентства Лондонград. Супермодель. Похоже, кот я угадал. Мария Казихина Эшфорд стала просто Марией Казихиной. И по совместительству свободной женщиной. Угу. Ну, мы и
отпраздновали. Угу. Я, кстати, хотел сказать. В следующий раз закрывай сейф. А, твоя доля. Все прям вот так? Ну а как? Мы же с тобой типа команда. Ну ладно, ладно. Ладно, пойдем завтракать. Ну давай. Ты представляешься. Первая получка. Кто бы сомневался. А это что такое? Это наш логотип. Я тебя поздравляю. Ты изобрела тетрис. Почему тебе все вечно не нравится? Почему ты об этом говоришь так, как будто бы это что-то плохое? Очень нравится. Это очень хорошая игра. Просто она немножко устаревшая. Дикость какая-то, выходить за парня, которого не любишь. You don't have to. Так не выходи за него. Еще газировки? I was in the stronger. Может, чего покрепче? Да. Да не вопрос. Два бокала шампанского. А сдачу себе? Боюсь, не получится. Почему? Потому что алкоголь вреден для детского организма. Понял. А если так? Не похоже, чтоб ты за это время подрос, парень. Видишь, вон ту красотку в углу? Я пообещал ей шампанского. И я без него к ней не вернусь. Красотку, говоришь? Все, что я вижу в углу, это кусок цыганского дерьма. Пошел отсюда. Слушаю. Что? Это что за фигня такая? Ты полезла защищать парня. Что это за парень тогда такой, а? Я надеюсь, этот досадный инцидент не доставил вам неприятностей. Прошу прощения. Вот визитка с адресом моего магазина. Заходите к нам, у нас лучший выбор вин в Найтсбридже. Садись. Вам мы сделаем скидку. Вы же наверняка вино ящиками берете. Надеюсь, ты попрощалась с этим русским, потому что больше ты его не увидишь. Ты знаешь, сколько сил я потратил, чтобы ты оказался в Британии? Поступил в лучшую школу, метил в Оксфорд. Одна радость. Скоро ты перестанешь быть моей проблемой. И следующей мусорки тебя будет вытаскивать твой жених. Брэндон? Он же ублюдок. Ублюдок? Раньше ты за ним бегала. К экзамену по математике не готов. Может, тебе в тюрьме интереснее? Ты сразу скажи, мы кучу денег сэкономим. Ну, молчи. Хорошо.
Could you sign here, please? Uh-huh. Thank you. And no worries. Как ты говоришь, его зовут? Егор? Егор Авдеев. Егор Авдеев. Я не знаю такого. Чем он занимается? Ты не знаешь человека в Лондоне? Поверить не могу. Коллега, заполните, пожалуйста, за вчерашний день. Вау-лист. Что это? Ну, путеволист. А, путевочки сделаем. Ты бы лучше клиентов так строила. Есть же какие-то понятия о пунктуальности. Вот почему он опаздывает? Клиент задерживается. Я открою. Даже не знаю, как я без тебя раньше работал. Скажите, Егор, зачем вам русский загранпаспорт? Не мне. Ей. А это у нас кто? Это Келли. Почему Келли не может сама сходить в консульство? Потому что Келли не гражданка России. У нее вообще нет гражданства. Никаких документов. Она из Ставра. Ирландские цыгане. Может быть, слышали трейлера? Скажите, Егор, а сколько вам лет? 16. Можно на «ты», да? То есть ты хочешь, чтобы я оформил поддельный русский загранпаспорт для девочки из ирландского табора цыган. Так? Вы понимаете, ее хотят выдать за человека, которого она не любит. Я хочу ее увезти отсюда. Как ты думаешь, сколько может стоить такая услуга? У меня сейчас есть 230 фунтов. Вообще-то речь шла не о деньгах, а о тюремном сроке. Извините, но мы такими делами не занимаемся. Напомните, откуда вы о нас узнали? Как откуда? Что такое? Наша реклама. Понятно. Прошу. Прошу, прошу. Вы не поможете? Всего доброго. Раньше я хотя бы был уверен, что если человек достал мой номер, он как минимум вменяемый или хотя бы платежеспособный. Теперь половина клиентов у нас будут дети или психи. Или дети-психи. Сколько стоила эта реклама? 5. 5. Плюс еще это монументальное творчество 500. И деньги мы, конечно, вернуть не можем. Не можем. А что тебя так смущает? А давай я тебе объясню, что такое реклама. Пойдем? А в аэропорту мы его встретить не могли? Это Ханин. Он наверняка автостопом добирается или в товарном вагоне прямо из Урала. О, может, позвоним ему? Он не вариант. Нет у него мобильного телефона. Эксцентрик. Сэр, возможно, вы ошиблись. Чего? Нет. Все в порядке. Это наш гость. Спасибо. Thank you. Sorry. А мы вас уже потеряли. Как добрались? Кто меня здесь поселил? Кинокомпания. Они в восторге от вашего романа. Очень ждут. Сегодня у нас переговоры с британцами, завтра еще два русских из Альтских дома. И вечером подпишем. А вам такой номер сняли? А мы-то где? А, прошу. Это не восславление варварства. Я вижу в надломе возвращение к истокам. Поиск настоящего человека под пластмассовой скорлупой потребления. So, are real people only to be found around Russian prisons? Неужели единственный ареал обитания настоящих людей – это Урал? В обществе бывших зэков. Звучит страшновато. Вам страшно, когда газончик не ухожен, когда одеяльце конвертиком не заправлено. Я же вижу жизнь. По-другому. And those real people, your characters, could any of them afford a suite? Как вы считаете, герои вашей книги, настоящие люди, могут себе позволить такой же номер в отеле, как у вас? Ну вот и поговорили. Пойду.
Wait a second. Простите, как это понимать? И вообще, реклама – это последний бастион прогоревшей системы, при которой одни ненужные люди делают ненужные вещи, а другие ненужные люди впаривают их им же. Это всего лишь наш адрес и телефон в журнале. Журналы «Архивы пустяков». Вольтер. Архивы пустяков. Да. Архивы пустяков. Твои кейсы за последний год. Давай-ка глянем, а? Значит, открыл ночью ателье мужских костюмов, которое закрылось в 7 часов вечера. Угу, круто. Два важных звонка, наверное, пришлось сделать, да? Так, идем дальше. Написал сочинение для ученика 10 класса. «Вероломные братья» в пьесах Шекспира. Ты что, за мной записывала, что ли? Так, следующее. О, обеспечил чартер и сопровождение Нью-Йорк-Лондон. Окей, это серьезно. Для Мэри. Без фамилии, просто Мэри. Мэри, у которой аллергия на пластик. Ты знаешь, у меня сильное подозрение, что Мэри – это собачка. Такая мощенькая, такая хорошая и такая тюфк-тюфк-тюфк. 10 000 метров над землей, столько же фунтов в кармане и одна очень счастливая хозяйка. Что может быть лучше? Привозить тёлочкам собачек может быть лучше. Помогать людям в беде может быть лучше. Ты знаешь, я все это делаю для того, чтобы ты мог не только зарабатывать деньги на своих дебильных клиентах, а еще и делать что-то хорошее для людей. Извини, дебильный клиент звонит. Гулько. Как много в этом звуке. О прошлом этого парня скажу коротко. В 90-е он организовал первый московский рейв, открыл первый московский клуб и был одним из первых, кто, встав за вертушки, не умер от передоза. В конце 90-х Гулько срулил в Лондон, где он научился завязывать виндзорский узел, добавлять чай в молоко, а не наоборот, и крутить клиентов вокруг пальца не хуже, чем когда-то вертушки в Москве. Организовать выступление русского балета в Лондоне? Устроить масленицу на Трафальгарской площади? Пригласить очередную совесть нации на выступление в один из британских университетов? Экспортом русской культуры заведует Петя Гулько. И все это за какие-то мизерные, почти незаметные, но ни в коем случае не жадные, 30%. Кто-то называет его промоутером, кто-то кидалой. Я же зову его Петенька. Конечно, еду. Алло, Егор? Да, я готова помочь вам и вашей девушке. Ну, ушел с интервью, чего? А ничего. Просто вчера этот великий писатель собирался подписывать контракт с киностудией на экранизацию своего бестселлера, а после сегодняшнего интервью нет. Орет, что продался, что не хочет жить в дорогих отелях. Ему грязь подавай, соль земли, блин. Мне что, его тамбовского волка подогнать, чтобы он чувствовал себя как дома? Не знаю, делай, что хочешь. У меня комиссионные горят. Доставишь его на подписание? 5 фунтов. 10. Ну ты. Угу. Я ращу лидера и своего наследника. В том-то и дело. Егор не просто ваш наследник. Он в первую очередь самостоятельный человек, который сам за себя может принимать решения, в том числе и с кем ему встречаться. Если бы он встречался с нормальной девушкой, а он встречается вот с этой... Вы видели, как тревелеры живут? Фургоны, пьянство, грязь. Я его из полиции вытаскиваю. А вы бы на его месте не заступились за любимую? Мальчик в 16 лет влюбился, что может быть естественней? И потом, как это угрожает его будущему? Ну, угрожает. Он учебу забросил, у него экзамен по математике. Так что пусть сидит дома и занимается. Поступит в колледж, он ее через месяц не вспомнит. Согласна. Скорее всего, так и будет. Но он обязательно запомнит своего родного отца, который запрещал ему встречаться с любимой девушкой.
И у вас вырастет наследник, который вас ненавидит. Но вы же в курсе, что Келли скоро выдают замуж, и дайте им хотя бы просто проститься друг с другом. Вы по поводу экзамена не переживайте. Мой коллега, он... Делайте, что хотите. Я верну его к ужину. Алиса! Тут сложный клиент. Я взялась за дело Егора. Зачем? Ты хочешь из сети сразу в тюрьму переехать? Миш, я дипломированный конфликтолог. Паспорта я им рисовать не стану. Одна сторона уже дала свое согласие. Осталось навестить другую, и дело закрыто. И что, ты поедешь к тревелерам? Ты с ума сошла? Там же трэш. Там же криминал. Грязь. Все вечно пьяные. Знаешь, я поеду с тобой. Петенька, я, кажется, знаю, что нужно великому русскому писателю. Нет, жди здесь. Тревелеры. Точнее, так их зовет политкорректная британская интеллигенция. Неполиткорректное большинство называет их цыганскими ворами. Что в какой-то степени похоже на правду. Ведь они действительно зарабатывают на грабеже. Раньше они занимались конокрадством, а сейчас адаптировались и к другим видам транспорта. Тревелеры – это соль земли, плоть от плоти старая школа. Чтут традиции, уважают старших, никогда не забывают оскорблений. Они поклонники довольно простых удовольствий – собачьих боев, кулачных боев, вообще любых боев, пьянства, дебоширства. В общем, живут они так же, как мы с вами. Только свободнее. А самое главное – тревелер никогда и ни за что не будет доверять чужакам. Привет. Меня Миша зовут. Мы тут с моим другом приехали... Ребят, валите отсюда. Нет, вы не поняли. Мой друг, он как вы, тревелер, только русский. Всю жизнь мечтал встретиться со своими ирландскими братьями. Русский тревелер? Не знал, что наши до России добрались. Валите отсюда. Заткнись, Брэндон. Мы всегда рады путникам. Чувствуйте себя как дома. Are you Kelly's father? Вы отец Келли? Лага. Пиво будешь? No, no, thank you. Нет, спасибо. So who are you? Ну и кто ты? My name is Alisa. Меня зовут Алиса. Dry those tears, love. This is Эй, высморкайте ее. Сегодня праздник, милая, утри слезы. So what do you want? Ну и чего тебе надо? I'm here to talk about Я здесь, чтобы пообщаться о природе отношений в семье. Work away, then. Ну, давай пообщаемся. Ну что, вот она, настоящая жизнь. Сфоткай меня, а то у меня телефона нет. Хорошая хата. Жалко, наших морозов не выдержит. Что он говорит? Он говорит, что... Я говорю, что Россия слишком холодная, чтобы жить в трейлерах. Не стены главное в трейлере, а гостеприимное сердце его хозяина. Достал ты уже цитировать свою Библию, святой Кристофер. Святой кто? Святой Кристофер. Это покровитель всех странников. Меня в честь него назвали. Ну что, let's drink for this. Вот за это и выпьем. Cheers. Cheers.
I don't see you drinking. А ты почему не пьешь? Прости, брат, за что? Ему внутрь вшили такую штуку, которая его убьет, если он выпьет. У меня снаружи такая же штука. Вон она. Подумайте, стоит ли торопиться с замужеством Келли? Она сильная личность, которая на давление отвечает протестом. Я воспитал свою девочку правильно. Безусловно. И она еще удивит вас. У нее огромный потенциал. Если не ставить ей палки в колеса, Келли выберется отсюда. Заживет достойной жизнью. Как ты думаешь, что отсюда надо выбираться? Ты мой дом называешь помойкой, а всю нашу жизнь выгребной ямой, из которой надо валить? Кто ты вообще такая? Притащилась ко мне в день свадьбы моей дочери, чтобы оскорблять меня? А ну пошла к черту! Вон из моего дома! Келли, ты шикарнее леди Ди в этом платье. Да, Брэндон просто сдохнет от счастья. Сейчас нужно здесь еще затянуть, потерпи. Мне душно. Терпи, милая. Да мне дышать нечем, отпусти. Келли, стой, ты куда? Келли. Я здесь с Егором. Быстрее. Простите, можно мы наедине побудем? Степан, давай. Жалко, что их разлучают. Дело молодое. Угу. Салон, если что, моешь ты. Степан, чего за человек такой? Они, может, последний раз... Ты кто ж так газует? На подсосе! Эх ты ж... Ласточка. Целовал локоточки, коленочки. Не успел. Опоздал, ё-моё! Я научился стрелять, когда мне было 5 лет. Ну, в общем-то, как и все в моей деревне. Сначала по белкам, кошки, собаки, свиньи. Ну, а когда подросли, тогда уже и по ментам. А такие у вас были? Да, да, что-то похожее. Ну как у тебя там? Отлично. Короче, две проблемы. Келли и Егор сбежали. Скажи Степану, чтобы заводил машину, мы сейчас будем.
вторая проблема. У нас больше нет машины, они ее угнали. Это фантастика. Степан, в порядке? Ну, конечно, в порядке, конечно, в порядке. Мы же сейчас вернем и ребят, и Ладу, да? Ласточку. Ни хрена он не в порядке. Я не знаю, что делать. Звони Берикману. Вот и все. Freedom. Мы свободны. Брэндон, ты Келли не видел? Свою невесту перед свадьбой? Это же плохая примета. Есть примета похуже, когда ее вообще нигде нет. Эй, я их видел. Они прокрались вон там, за трейлерами. Русская девушка увела ее к черной машине, и они, похоже, уехали. Чертовы русские. Good. Good. It's everything good. Your dog. Моя подруга увезла мою Келли. Чё? Какая подруга? Мы все это время были в вашей замечательной компании. Брэндон, развлеки ребят по-нашему. А мы пока заедем в один русский магазинчик. Приберем венца к свадьбе со скидкой. Чё? Василий Борис. Есть. Таксисты их засекли. Едут на Дувр. А точно. Это она номера совпадает? А ты думаешь, много «Жигулей» курсируют между Лондоном и Дувром? В Дувр, пожалуйста. Послушайте, это около 100 миль. Значит, езжайте быстрее. Раз уж вы у нас в гостях, грех не пригласить вас на традиционные кулачные бои. Я понял. Но спасибо. Быть зрителем на таких мероприятиях не моя тема. А кто сказал, что вы будете зрителями? Ничего, что бывает. Я смотрю, вы тут развлекаетесь. Вы в порядке? Sit down, please. Я в порядке, присаживайтесь. So, where is your genius? Ну, где ваш гений? Have you heard this Russian saying? Знаете русскую пословицу? Slowly, русские долго запрягают, да быстро едут. Right, fast. А знаете английскую пословицу? Час моего времени стоит 3000 фунтов. Отличная пословица, надо запомнить. Здоров. Вечер добрый, сэр. Это самое дорогое ваше вино? О, да, сэр. Excellent. Круто. Давайте, парни, ни в чем себе не отказывайте. Вот они. Остановите, пожалуйста. Остановите. Ну что,
Доигрались? Я же кричал, подсос! Ты что с ней делал вообще? Тебя уже ищут. Живо в машину. А ты? Ты вообще? No, it was me who stole the car. Это я угнала машину. Неважно. Родители никогда не дадут нам быть вместе. Степан, ну что там? Цела, Ласточка. Можем ехать. Да нет, охлаждение завоздушило. Сейчас систему прокачаю и поедем. В машину, быстро! Давай, ты у нас с Урала. Ребята, подождите. Ребята. Окей. Давайте это обсудим. Этот готов. Следующий. А ну давай. Иди сюда. Иди. А что бы Святой Кристофер сказал, если бы узнал, что ты хочешь убить своих гостей? Слышь, ты мне эту дрянь не впаривай. Святые дрянь. Что еще для тебя дрянь? Расскажи, мы все слушаем. Я не понял, ты мужик или кто? А я не понял, ты тревелер или кто? Остановись, Брэндон. Они украли мою невесту. Брэндон, они наши гости. Идите в мой трейлер, пока мы со всем этим разберемся. А ты, Брэндон, иди проспись. И если это не ваши люди похитили Келли, с вами все будет в порядке. А пока посидите у меня. Мобильники я на всякий случай у вас заберу, чтобы ничего не мешало вам отдыхать. А где твой мобильник? Не ношу телефон. Это инструмент контроля. Зачем ты меня сюда припер? Ты понимаешь, что они сейчас нас на части разорвут, понимаешь? А ты прямо с лютых улиц сюда на вертолете прилетел, да? В каком вертолете? В каком таком вертолете? Частный вертолетный парк. Безупречный сервис для безупречного стиля жизни. Над Уралом не трясло? Ну, есть у меня вертолет. Есть. Что дальше? Я, между прочим, бестселлеры пишу, понял? А не шляюсь по улицам с разными ублюдками. Имидж есть такое слово в русском языке. Имидж. Знаешь? Как боль. Я думал, потусуем, пофоткаемся с аборигенами. Я об этом напишу, и все. О, как боль. Витя, есть проблема. Нужно силовое воздействие. Срочно. Time is 7 o'clock. Уже 7 часов. Мне кажется, даже Джоан Роулинг так не опаздывала. Ну, где ты, где ты, где ты? Так, скажи, телефона у тебя действительно нет, или это тоже имидж? Какой фантастический идиот. Да. Как у вас? Да нашлись, нашлись дети. Трасса М-23. У тебя как? Берите любое оружие, которое сможете найти. Рон, тащи арматуру с заднего двора. У нас война начинается. Полицию?
Полиция их не остановит. Тут надо, чтобы родители сами расхотели друг друга валить. Так, еще раз. Где вы? Трасса М-23. Я знаю, что это прозвучит странно, но нам надо, чтобы дети снова сбежали. Готово. Where's Kelly? Kelly здесь? А? Bring those Russians here! А ну тащи сюда этих русских. Right, to you. Так, оба на выход. No! Быстро. Может, денег им дать, а? У тебя сколько есть? Твои люди похитили мою дочь. Это не мои люди. Где моя дочь? Где мой сын? Если что-то, хоть что-то случится с Егором, вместо вашего свинарника тут будет выжженное поле. И власти меня только поблагодарят за уборку мусора. Это всем понятно. Что за хрень? Ты будешь по телефону разговаривать? Yes. What? Алло. What? Алло. Yeah. Что это? Хелипорт. What the fuck's a heliport? Что за хелипорт нахрен? Хелипорт — это аэропорт для вертолетов. Я знаю, как туда проехать. Okay, it's over, guys. Так, парни, успокойтесь, отложим Brandon. Это все. Брэндон, отпусти его. Со мной. Давай. Я не могу. Брэндон. Брэндон, этого я оставляю в заложниках. Каких заложников? Brandon, ты чё несёшь? Ты едешь свою невесту спасать? Невеста, это та шалава, которая сбежала от меня. У нас тут девочки понадёжнее есть. Да, девочки? Ты бы заткнулся, Брэндон. Bastard. Ублюдок. Useless bastard. Тупой ублюдок. Go on. Поехали. No. Ребята, выдвигаемся. Поехали, парни. Погодите, как это поехали? А селфи? Весна. Отлично. Ох. Постой. Возьми, вот. Мне чужого не нужно. Thank спасибо. Ты уж заезжай как-нибудь. Okay. Конечно. Раз, М-23. Едем. Мне нужно проверить ваши документы. Кто их родители? Эй, все не могут войти. Только родители. Они закрылись в одном из Робинсонов, включили двигатель, никого не подпускают. Как они сюда пробрались? Как ты их вообще туда впустил, козел? Да мы сами не понимаем. У нас строгая система контроля. В полицию звонили? Еще нет. Детей они только вспугнут, а нам штраф за халатность. Ясно. Какой план? Я не знаю. Попробуйте поговорить с ними. Стоп, ближе нельзя. Если они резко дернут за рычаг, вертолет может завалиться на бок. Тогда тут нас вообще всех порубит. Ты уверен, что они не взлетят? Будут стоять и в холостую крутить лопастями, пока родители не согласятся на все их условия. Келли! Келли, ты меня слышишь? Келли, какого черта ты творишь? Мы не вернемся. Егор, ты меня слышишь? Не дури, сейчас же выйди оттуда! Нет. Если мы вернемся, то только вместе. Ты не хочешь выслушать меня. Что ты хочешь мне сказать? Что ты занимаешься ерундой вместо того, чтобы учиться? Для меня это не ерунда. И я могу сам принимать решение. И что ты решил? Что ты решил взлететь из-за своей цыганки и разбиться мне на зло? Да даже если разобьемся, главное, что вместе. Ты сам понимаешь, это идиот!
Идиотизм! Мне надо кое-что сказать папе. Вырубай движок, Келли. Что ты творишь вообще? Выслушай меня. Хорошо. Брэндон придурок. Забудь его. Я найду тебе нормального ирландского парня. Разве не я сама должна принимать такие решения? Нет, Келли, ты еще не доросла серьезные вопросы решать. А замуж выходить значит доросла. Слушай, вырубай мотор. Поехали домой. Нормально поговорим. Тут не о чем разговаривать, папа. Свадьбы не будет. Свадьбу я уже отменил. Выключай эту чертову мясорубку и выходи. Поедем домой, спокойно договоримся, как взрослые люди. Нет, мы прямо сейчас договоримся. Егор, ты меня слышишь? Егор! 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 Что он делает? Я сам не понимаю, что происходит. Стоп, пронизу! Стоп! Егор, господи, что ты делаешь, Егор? Кто-нибудь, сделайте что-нибудь! Заглушить надо! Да заглушить-то не проблема! Знать бы мне у этой хреновины подсос! Подсос! А, ложи! Не подходите! Вас порубят в куски! Они же разобьются! Егор, мне страшно! Останови его, я тебя умоляю! Это что, тоже твой план? Я не понимаю, что происходит! Вот, видишь дырку? Это он! Подсос! Вот так, круглая! А чем заснуть-то? Стоп! Да! Ага! Стойте, что вы делаете? Это опасно! Степан! Осторожнее! Господи, Егор, мы разобьемся, пожалуйста, сделай уже что-нибудь! Да хоть кто-нибудь может им помочь. Черт, что он творит? Давай! Слушай, ты нас прости за магазин. Ну, погорячились немного. Спасибо за извинения. Ну что, поехали? Мы еще успеем подписать. Петя! А? Ты слышишь меня? Вот тебе мой ответ. Старик, спасибо тебе за этот опыт. За этот бесценный опыт. Когда-нибудь я напишу книгу об этом. Настоящую книгу. И в ней будешь ты. Ну что, Питер, как наши дела? Сейчас. И про тебя напишу. Извини, грубовато, конечно, сработал. Да чего ты, починим. Все почините к 9 утра. Yes, sir. Такой вертолет, как сегодня, чтобы с папой поговорить. Два дела. Самые, по-моему, рискованные за все время. И ни на одном я не заработал ни пени. Зато мы сделали мир чуточку лучше. Мне-то что стало? Чувство удовлетворения. Я эгоист.
Знаешь, ты и правда сегодня очень многим людям помог. Что? Не она, Виктор Сергеевич. Ясно. Значит, будем искать Тонны. Понял. Находится в экспериментальной стадии. Оперируй. Нет, конечно, были положительные результаты. Извините. Но в любом случае, при такой ране шанс выжить примерно 30%. Если не будет отторжения, а это еще 40%. Считайте сами. Помогите отнести его в операционную. Стой, смотри, там человеку плохо. Видимо, что-то с сердцем. Вызывай скорую. С новосельем, Михаил. Здрасте. Всегда верил в ваш успех. Ну что ж, все как в рекламе. О, сотрудники появились. Да, так, стажерку взял. О, прекрасно, прекрасно. Гораздо солиднее, чем из дома работать. А главное, район хороший. Средняя аренда на 40% выше, чем в ваших краях. Я сверился. Нам что-то нужно? Мне кажется, наш arrangement должен отразить ваши успехи. В каком смысле? Вместо 15 000 в неделю будете отдавать 21. 40% повышение. У меня удвоились расходы.
Я зарабатываю меньше, чем... Если у вас есть деньги на рекламу, значит, у вас... Может быть, я сам поговорю с... Ладно, начальством. Я ведь тоже не зверь. 20 в неделю. Первый транш сегодня. Не тороплю, все понимаю, можно и вечером. Встретимся, как обычно, или я зайду? Как обычно. Как обычно. Хорошо. Hello. Здрасте. Привет, кто это был? А, это старый клиент. А есть что-то принесла, да? Угу. Че, может, мы еще бегать начнем по утрам? Пойдем, поедим нормально. Пожалуйста, сэр, приятного аппетита. Следующий, пожалуйста. Слушай, ты называешь нормальной едой, да? Лучший. Давай договоримся, что пройдут, ты вообще ничего не понимаешь. Майкл Куликов. Майкл Куликов, мы бы хотели поговорить. Это займет не больше пары минут. Мистер Куликов, простите мне столь бесцеремонный способ обращения к вам, но дело крайне деликатное и не терпит задержек. Да неужели? Человека, интересы которого я представляю, жизненно необходимо доставить сюда России один предмет в течение суток. Патрис Лумумба? Но это не важно. Нам нужна ваша помощь с доставкой этого предмета в Лондон. Предметы сюда за сутки возит любой частный курьер. Это слишком рискованно. Данный предмет уникален и незаменим. Положить его в конверт и надеяться на лучшее – это не вариант. Нам нужна гарантия. А мне чуть больше информации, а то пока все это как-то странновато. Да и челма, признаться, доверия не внушает. Господин Куликов, во-первых, вы с вашим оксфордским образованием прекрасно понимаете, что это не челма, а турбан. Я не араб, а сикх. Во-вторых, предмет – это всего лишь деталь от редкого медицинского аппарата. Абсолютно безопасно. И не больше пуговиц. Я тебя 100 лет не видела. Ты сюда прямо из Таиланда? А что не загорела? Да, Шуль, я еще официально в Таиланде для папы. Ну ты же знаешь, какой он бывает. У тебя что, здесь секрет какой-то? А, или это потому, что Виктор Сергеевич в админку уходит? Поздравляю, кстати. Не, у меня роман с местным, только... Это он? Угу. О, нет, это его охрана. Лисенок? Вау! Я знаю. У меня есть надежный курьер, если его достаточно сильно попросить. Если, как вы говорите, предмет размером с пуговицу, он его хоть проглотит и первым рейсом в Лондон. Звонить? Нет. Любая проверка в аэропорту – это риск. Предмет должен просто оказаться здесь. А, просто оказаться здесь. Я понял. Лисенок, давай рассказывай, кто он, что он, чем занимается, финансы, недвижка или лучше не спрашивать? А, недвижка. Он вкладывается в старые фермы и потом переделывает их в эко-отели, как принц Чарльз. Да ладно. Ага. А мой как раз сейчас продает конюшню в Сассексе. Ты понимаешь, что это означает? Что мы сегодня идем на ужин и знакомим мужиков. Ой, не-не-не, слушай, мы так редко выходим в люди. Женат? Да нет, просто домосед. Итак, я повторю ваш заказ. Я должен магическим образом доставить неизвестно что, неизвестно кому, неизвестно как. И это я должен сделать в течение 24 часов. 23. Ваш аванс – 10 тысяч фунтов. И столько же при выполнении. Но ты контакт нашего человека в Москве.
Делается. Так, что никаких возражений, окей? Слушай, я так рада тебя видеть. Крышу сносит вообще. Просто с ума сойти. Ох, как я рада тебя видеть. Поторопите ваших людей, чтобы расставлялись быстрее. Показатели слабее, чем я думал. Я подготовлю укол адреналина, чтобы он смог дождаться операции. Азиатские активы консолидированы. Теперь я перевел в Монако. Юрист скоро будет. И ваш дочь сейчас едет из Хитро. Я ее вчера сообщил. Она прилетит утренним рейсом. У вас будет время. Я и так уже живу на 30 лет дольше своего времени. Все получится, босс. Вы же говорили, что я никогда не найду того ученого в Омске. А я его нашел. Осталось только привезти этот прибор в Лондон. Не поддавайтесь отчаянию. Это не отчаяние, Викрам. Это покой. Советую вам отвернуться. Помните, как назывался тот вулкан, который посадил все самолеты над Европой? Я вот помню. Эй, я в Кятлайо Кудли. Кипиш тогда был сумасшедший. Почему? Да потому что добраться сюда, из Москвы, по суше, это геморрой вселенских масштабов. Вариант раз. 25 часов на машине до Роттердама, 6 часов на пароме до Харвича, 1.5 часа на такси до Лондона. Итого 32 часа. Вариант два. Отмахать всю дорогу на машине через Ла-Манш – это 29 часов. Это если вас не тормознет полиция одной из 8 стран, через которые вы будете гнать. Вариант три. Поставить машину в Роттердаме в грузовое отделение Евротуннель Шаттл – это 29 часов. Четвертый вариант. Москва-Кале. Частный катер в Довер. Такси Довер-Лондон. 29 часов. И катера, кстати, тоже шмонают. Вариант 5. Москва-Брюссель. Бросить машину нафиг, самому сесть в Евростар. И это 28 часов. И все. Эй, я фьятлый кудель. За 23 часа по суше никак не проехать. Самолетом пользоваться нельзя. Надо, конечно, какую-нибудь войну развязать и под шумок перекинуть. А вдруг этот предмет и правда какую-нибудь войну развяжет? Неужели тебя совершенно не волнует, что мы перевозим непонятно что, не пойми для кого? А? Нет. Доброе утро, сладкий. Так долго спишь. Ой, ты же, я тебя, мы же... Я сдаюсь. Мне нужен невидимый самолет. Как у Wonder Woman? Кого? Ну, Wonder Woman. Не знаешь, что ли? Нет. Ну, это Супермен, только женщина. Она не умеет летать, но зато у нее есть невидимый самолет. Подожди, а если она в невидимом самолете, она тоже невидимая или с точки зрения окружающих она сидит в воздухе? Сидит в воздухе. А если она идет в невидимом самолете в невидимый туалет? Как вовремя. Да? Миша. Привет. Беда. Миш. Мне надо тёлку прогнать. Чего?
Мишань, ну у тебя же агентство. То есть тебе нужно агентство, чтобы прогнать тёлку? Нет, нет, на этот раз все очень серьезно. Нет, Олег, извини, не сегодня. Клиент? Не сегодня. Может, я помогу? Подожди секунду. Это не просто клиент, это Олег. Если мы когда-нибудь заведем клубные карты, у Олега будет номер один. Очень хорошая идея. Давай. Пожалуйста. Агентство «Лондонград». Алиса. Алло, девушка, здрасте. У меня в квартире девушка. Так. Я не знаю ее вообще. Она уходить не хочет. А мне надо, чтобы ушла. Принято. Через 20 минут, пожалуйста, отоприте входную дверь изнутри. Незаметно. Да. Спасибо. Лети, Вандервумен. Что ты ищешь? Невидимый самолет. Я надеялся, что до этого не дойдет. Сергей Олейников, второй атташе по культуре. Классический номенклатурный мальчик. Родители дипломаты, окончил МГИМО, теперь занимается продвижением бурановских бабушек в Соединенном Королевстве. Как бывает с чиновниками любой страны, в 33 выглядит на полтос, в свободное время пьет, платит алименты и ходит по ресторанам Новикова. Короче, в Лондоне живет нормальной московской жизнью. Серж, нужна твоя помощь. Ага. Позарез. Что там, билеты на Безрукова, кто там, Лепс еще приезжает? Ну, не совсем. Нужно кое-что кинуть в дипломатическую почту. Это вопрос жизни и смерти. Икру сейчас никак, совсем прям. Холодно. Да? А что тогда? Да и... Волокордин? Теплее, но на этом месте игра прекращается. Угу. Ах, вот как? К сожалению, именно так. Так что, если у тебя есть какое-то особенно заветное желание, пришла пора его загадывать. Есть желание. Одно. Желание снять студию в Найтсбридже. Угу. Модерн, красота, панорамные окна. Только риэлтору залог нужен. Ой, смотри. 10? Не мне. Риэлтору. С новосельем. Кстати, надо бы клининг заказать, потому что человек есть то, в чем он живет. О, ой, блин, вот от этого точно надо избавиться. Олег, кто это? Это, деточка, жена Олега. А, вы нас, конечно, извините, но... Да, это вы нас извините. Дело в том, что мне не нужно ничего рассказывать. Мне все понятно. Реженька, у тебя опять обострение? Я звоню доктору Гроссману. Михаил Соломанович? Здравствуйте. Да, да, это опять мы. Да, опять сорвался. Угу, спасибо. Гроссман на симпозиуме, сразу из аэропорта прилетит сюда. Пока, говорит, нужно увеличить дозу клонопина. Олег, что все это значит? Послушайте, я вас не виню, вы просто ничего не знали. Олег сексоголик. Человек болен. В зависимости от секса она так же разрушительна, как от алкоголя или наркотиков. Вы даже представить себе не можете, насколько это страшно. Леженка, я с тобой. А вам самой не кажется, что это все не очень похоже на правду? К сожалению, правда в том, что даже имя твоего не знает. Олег? Мач. На. Ше? Анаш. Вау! Это было гениально! Как тебя зовут?
Алиса Загорская, расценка обычная. Подожди, подожди, подожди. Давайте я попью, а мы же вообще не знакомы. Ох, мы еще познакомимся, вы же постоянный клиент. Хотя бы дай свой телефон. А, чуть не забыла. Что-то мобильный? А, нет, это номер счета, но я предполагаю, что вы знаете его наизусть. До встречи, спасибо, что обратились в Лондонград. Алло? Ну все, я заказала нам стол на вечер в Богатыре. Где-где? Богатырь, ты что? Это же Black Tie, только элита. Да, Шуль, у нас план. А если ты не придешь, мне придется все рассказать Виктору Сергеевичу про Лондон. Слушай, ты серьезно? Дорогая, ты не оставляешь мне выбора. Все. Целую тебя до вечера. Ага. Секунду. Открыто. Я знал, что ты вернешься. А что ты делаешь сегодня вечером? С его состоянием я не рискну колоть больше, чем дважды. Я не знаю, что именно вы предпринимаете, но делайте это быстрее. Третий укол его сердца не выдержит. Лида, а мама? Мама все тебе уже сказала. Лиз, пришел юрист для составления завещания. И для этого здесь, я же вам по телефону сказала, я ни на что не претендую. Можем начинать, сэр? I... Cyril Sherlock. Я Кирилл Черлак, находясь в здравом уме. Без лишних деталей давайте. Кто, что, почему? Миниатюрный, стронцевый, радиоизотопный термоэлектрический генератор. Хорошо. Чуть больше деталей. В общем и целом, Геннадий Вадимович, это обыкновенная батарейка, главным элементом которой является стронций-90, поэтому слегка радиоактивна. Для каких-либо военных целей мощности недостаточно, так что особой угрозы не представляет. Ну и кому он понадобился? В получении расписался Олейников. Ну, с ним мы еще поговорим. Я имею в виду, кто ее сделал. А, это уже интереснее. Москва пишет, что такие батарейки использовались в тестовом режиме для кардиостимуляторов. Ну, вживляешь такую штуку и живешь с ней всю жизнь. Почти всю. Сколько человек ходили с такой? А, пятеро. Все из Омска. Четверо уже того, а выживший алкоголик, он сейчас в Саратове, это ни о чем. Спасибо, свободный. Зовите Олейникова. Но, Геннадий Вадимович, посмотрите на одного из погибших. Кирилл Черлак. Крупнейший омский авторитет. Отсидел еще в 70-х годах за предпринимательскую деятельность. Откинулся, сколотил свое ОПГ и развернулся еще круче. Частные заводы, лесопилки, продавал доски, мебель. В общем, в 86-м году был ранен в сердце в перестрелке с милицией. Вроде смертельно,
но хоронили в закрытом гробу. И вот что интересно. Вплоть до конца 90-х в воровской среде поговаривали о том, что Черлаку удалось спастись, и что он жив и сбежал в Пакистан. И прозвище ему интересное дали. Киборг. Смешно. Спасибо. Геннадий Вадимович, я что думаю, если Черлак жив, и если он здесь, то он же на миллионах сидит, на краденных, и... А если бы у английской королевы были яйца, она была бы королем. Так точно. Спасибо, свободен. Стоп. Период полураспада стронция. 29 лет. Это получается, что батарейка, поставленная в 1986 году, сейчас должна сдохнуть и потребуется новая, так? Точно. Олейникова берем? Не-не-не. Отдайте ему предмет и установите наружку. Посмотрим, глядишь, и приведет он к твоему этому киборгу. Есть. Разрешите идти? Да, спасибо. Мерси. Обещаю долго не беспокоить. Да я уж надеюсь. Пока сюда шел, какая-то дрянь мерещилась. Сердце чуть не выскочило. Миш, нельзя так с людьми поступать. Знаешь, я слышал, вид из окна на Гайд-парк из уютной студии прекрасно успокаивает нервы. Подожди. Я тут на досуге каталог полистал. Угу. Там цены, конечно, ух. Хорошо бы еще тысячонок 5 риэлтору. За хлопоты. Удачи с обустройством. Ну, нет, так нет. А не хочешь остаться? Я устриц хочу заказать. Не люблю беспозвоночных. Понимаю. Сколько вам было, когда он пропал? Когда он бросил нас с мамой, 8. Мне было столько же, когда он меня нашел. Это был самый важный день в моей жизни. Давайте будем считать, что 8 лет нам с вами обоим очень повезло. Люди, я знаю факты. Сарель мне рассказал о своей жизни в России. Но это уж не тот человек. За эти 30 лет он прожил совсем другую жизнь. Вы приехали. Значит, вы это понимаете. Он заслуживает вашего прощения. Я приехала, чтобы проститься, а не прощать. Мой отец прожил одну жизнь, потом другую. И еще проживет вашими Викрам заботами. Сколько из-за него не дожили и одной?
Извините. Хорошо, жду. Ну как? Сейчас пришлет адрес. Ку-ку, моя пташка. Ты в порядке? А ты? Я в полном. Уверен? Потому что за нами хвост уже минут 15. Не пались, в зеркало смотри. Черный Рейндж Ровер. Алло, за нами уже минут 15 едет черный Ровер. Скажите, пожалуйста, что он ваш? Нет, не наш. Но у нас мало времени. Придется произвести передачу у них на глазах. Придумайте, как это делать незаметно. Скажите, насколько вы преданы вашему боссу? На этот раз другая тачка. Видишь, малолитражка, красненькая. Сможешь оторваться? Я уж боялся, что не попросишь. Что ты делаешь? Тихо, тихо, не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Сейчас! Степан. Ась? Я в чужие души не лезу, и спасибо, что не лезешь в мою. Но можно один вопрос? Болей. У тебя с законом все в порядке? Да ладно, я на желтый проскочил. Хорошо, на оранжевый. Главное, чтобы теперь индус проскочил. Thank you.
Вы тот самый, кого мы ждем? Я должен с ним поговорить. Вы принесли? У вас есть прибор или нет? Я должен с ним поговорить. Туда нельзя, там стерильно. Ты кто? Я не знаю, кто вы. Честно говоря, не очень хочу знать. Но ваш человек готов за вас и в огонь, и в воду. Особенно в воду. Тупик, Геннадий Вадимович. Полиция пока не делится, но я покупателя видел своими глазами. Он какой-то психопат в челме. Я бы его сам допросил, но они его в участке держат, не отпускают. Никифоров. Ага. Принял. Угу. Батарейки при нем нет. Видимо, утонуло. Принято. Зовите Олейникова. Есть. Мы должны начинать прямо сейчас. Подождите. Каждая секунда вашей жизни на счету. Я должен поговорить с дочерью. Конечно. Сувенирчик. На память. Мне уже не нужно. Ничего не говори сейчас. Послушай, просто прости меня. Прости меня за то, что жил без тебя, без твоей мамы. Прости. Оперируйте. Let's go. Приступаем. Ты дома? Угу. А ничего, у вас по Рублевке так каждый день ходит? По Рублевке не ходит. Дождались они тебя. Кто? Не знаю, какой-то русский пижон на трактилке с Алиской. Олег? Я думал, вы вместе. Нет, у меня свои дела. Подвезти? Нет, я пешочком пройдусь. Так я все на сегодня? Получается так. Конечно, эта история не к столу. Но я с тех пор не завожу домашних животных. Yes, да, вполне подойдет.
В общем, так я и остался один в огромном имении. Без отца. Угу. Без мамы. Только статуя оленя у входа и мой верный дворецкий. Он, кстати, и научил меня охотиться. Ты пересказываешь сюжет последнего фильма о Бонде? Очень убедительно. Очень убедительно. Продолжай, продолжай. Are you crazy? Вы что, с ума сошли? This is clearly core. От него несет пробкой. Я просил Марго, а не марганцовку. Yes, sir. I will change it right away. Конечно, сэр. Yes. Сейчас заменим. Точно. Принесут вечно какую-то гадость. На чем я остановился? На олене у входа. Добрый вечер. Офигенный вечер. Геннадий. Очень приятно. Что вы можете рассказать о батарейке, изъятой сегодня из нашей дипломатической почты? А-а-а. Так это батарейка была. Ух. Прям-таки отлегло. Я, честное слово, не знал. Вы не знали, что именно подкладываете в диппочту? Откуда у меня доступ к диппочте? Ваш сотрудник просто сделал мне одолжение. Я какие-то законы нарушил? Вообще-то, Михаил, вы дали визитку госслужащему. Риэлтор у нас теперь госслужащий, да? С какой целью вы это сделали? С целью личного обогащения. Мой клиент заплатил мне деньги за помощь с логистикой. А кто ваш клиент? Индус какой-то. Заплатил наличными. Кредитную историю я не проверял. А через кого он на вас вышел? Позвольте. Простите, как вас там? Геннадий. Так вот, Геннадий. Есть такая штука. Называется реклама. Ты предлагаешь товары или услуги, вставляешь свой номер, и люди тебе перезванивают. Изучай. Какие-то еще вопросы? Я могу идти? Можешь. Так что, ребята, если нужна какая-то помощь, вы звоните, не стесняйтесь, телефончик-то теперь есть. Я-то, походу, лучше вас работаю. Закрывай, поехали. Спасибо тебе за вечер. Тебе спасибо. В тебе умирает великий актер. В какой-то момент я и правда поверила, что мы с тобой встречаемся. Пока. Пока. Взяточничество. Незаконное пользование диппочтой. Провоз, сука, радиоактивных материалов. Это что это вообще? Я понимаю. Что ты понимаешь? Если бы ты понимал, ты бы сейчас свечку бежал ставить за то, что тебя просто из дипкорпуса вышвыривают. Да будь моя воля, ты бы в наручниках отсюда вышел. А было время, и не вышел бы вообще. И ты знаешь... Хорошее было время, неплохое. Я понимаю. Все, иди, пакуй чемоданы.
Твоя доля на столе. Ура! Только вычти оттуда 400 фунтов. Я взяла себе на платье. Из сейфа? Угу. Пожалуйста, больше никогда этого не делай. А ты куда? Кудыкину гору. Слушай, Миша, я тут подумала, только не начинай сразу орать. Может, нам еще одну рекламу дать? Видишь, это же работа. Да. Олег, слушай. Я хотела у тебя одну вещь спросить. Да. Нет. Это не очень скромный вопрос и очень личный. Если честно, я ждал этого вопроса. На что Миша тратит все свои деньги? Павел Григорьевич.